Всем доброе утро. Мы встали. Сегодня я прям поспала, я почти не кашляла ночью, вообще шикардос. Встала, сейчас позавтракаю вчерашней яичницей. И поедем, знаете, куда? Сейчас покажу. В общем, я приехала в центр Дехардин, это центр садовода, там цветы разные покупают. Ой, покупают, продают. Я много раз, помните, вам говорила, когда приезжала на работу по этой дороге. Кстати, я не знаю, многие думают, что я в одном городе живу. Я работаю вот там. Там такая небольшой город. Город-деревушка. А живу я вот там. И между работой и домом у меня 15, наверное, даже километров. Поэтому я каждое утро езжу. Вот, приехала такой, чтобы купить все для украшения дома. Сегодня планирую украсить дом, посмотреть, что тут и как. В общем, пойдемте посмотрим. Здесь чего только нету. Я все хочу. Прям вообще все. И пальмы. Пальмы у нас какие-то. В общем, пипец. Но мне нужен рождественский цветок. Сейчас я сначала смотрюсь. А потом уже буду что-то покупать. Смотрите, здесь всего сколько интересного. Я первый раз в таком магазине. Да, классно. Здесь все красиво, все в цветах. А еще я хотела... В общем, сейчас буду смотреть. А потом покажу вам, что купила. Я там по магазинам хожу, а он тут лежит, загорает. Я вообще на нем умираю. Ты что тут лежишь-то вообще, что ли? Ты король? Смотрите, сколько всего я набрала. Потом вам все дома покажу, расскажу. В общем, я довольна. Класс. Я так довольна. Такой магазин классный. Столько много разных цветов. Прям вообще. Но цветы, в общем, цветы я не стала никакие покупать, кроме одного, которого вы видите сейчас. Пока мы приехали в наш любимый парк, в котором мы не были целые, наверное, 2 недели. Чарли радостный. Еще бы не мог не радоваться. У нас погода замечательная, ветра нет, тепло. Так что можно прогуляться быстрым шагом и растрясти немного жирочки. Муж сказал, что он там уже стоит в очереди. Еще перед ним 50 человек, представляете? Это он с утра пораньше туда поехал. Вот люди как хотят. Денюжки легкие, да? Ну как легкие, 20 евро. И поездка туда-сюда, в общем-то, не так уж и легкая. Но надо верить в удачу. И тогда все будет.
А мы пока гуляем. И будем преображать наш дом. Ой, как будет красиво! Я прям уже предвкушение. Знаете, хочется быстрее закончить эту прогулку и бежать домой, чтобы все это делать. Иду и не могу насмотреться вот на это. Вот что бы ни говорили, но прям вообще я, наверное, зависимая от солнца, зависимая от вот этой вот зеленушки, от красоты, от снега в горах. В общем, и как-то настроение поднимается, хочется жить, действовать, бежать, что-то делать. Вообще, прям не знаю, как это передать. В общем, это все мое. Сейчас еще на море пойду, буду вдыхать этот йодовый аромат. И все будет зашибись. Люди в майках ходят, в футболках. Декабрь месяц. Я уже все занесла, стол тот убрала. В общем, цветы вот эти у меня уйдут на балкон, ничего с ними не случится. На улице 16 градусов ночью, поэтому эти же у меня растут. Я тут пропылесосила, потому что у меня опять земли было. Выбросила вот эти все цветы, которые высохли. Смотрите, мой декабрист. Как вам мой декабрист? Шикардос? Вот. Эти все растут и пахнут. Фиалочка моя. Так что все цветы сюда поставлю. И эти вот тут. Так, эти сохнут. Пускай уже почти высохли. Эти надо полить. Тут вот фиалка, смотрите, как разрослась, которую я сама сажала. Эти вот проклевываются вроде бы. В общем, сюда все поставлю сейчас цветы, а там что будет, вы сейчас увидите. Достану все свои украшения. В общем, в этом году у меня елки не будет, но будет что-то наподобие елки. В моей голове все выглядит очень красиво. Так что ставим лайки, пишем комментарии, если вам понравилось. Ну, если не понравилось, тоже пишите комментарии. Ну, такие, знаете, не слишком. Да, вообще пишите, какие хотите. Ладно, будем разбирать. Смотрите, какая красота. Вся эта красота, в общем, у меня вышла на 21 евро. Но я здесь купила даже для мини-огорода своего. Это я вам тоже покажу. В общем. А, мне даже вот такая коробка, кстати, 38 копеек стоит. Недорого. Видите, мне в коробку вот в такую поставили. Давайте, ладно, вам покажу. В общем, вот купила вот таких три. Здесь он называется Флор де Паскуа. Это рождественский цветок. Всегда его ставят на Рождество. Вот, купила три. Сейчас покажу, для чего. Естественно, купила вот такой папоротник классный. Смотрите, какой он красивый. С какими-то лапами, как паук. Вообще. И он пахнет, представляете? Классный же папоротник, вообще прям мне так понравился. Так, купила альбаака. Это альбаака. В пасту добавляется альбаака. В пасту и делается соус песто из него. Пахнет тоже обалденно. У меня на крыше, вы видели, может быть, два ящика с землей. Вот я туда все это посажу. Альбаака. Зеленый лук, сладкий лук написано.
Но он у меня будет как зеленый. Укроп, пожалуйста. Укроп посажу. И разные виды салата. Вот, видите, здесь лечуга микс. Микс из салатный микс. Евро 85. Здесь, по-моему, раз, два, три, четыре вида салата. Или пять, не знаю. В общем, такой у меня будет сад-огород. Хотела еще купить мяту, но мята дешевле в обычном магазине. У нас тоже продаются в горшочках. Вот, поэтому куплю. А вот эти цветы, один стоит большой. Он у меня... Ой, она все их посчитала по 3,50. Один, короче, стоил 5,50, большой, а другой 3,50. А она все их посчитала по 3,50. Причем сама же мне сказала цены. Сама же и посчитала. Ну, может быть, она решила мне скидку сделать. Так, друзья, поехали! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. В общем, я все уже украсила. Ну, немножко в этом году. Так вот, буквально этот уголок. Сюда не хватает типа елки. Я ее завтра куплю. Вот, будет красиво, я вот прям с центра туда поставлю. Так вот огонечки, снеговичок, он тоже горит. Вечером зажгу свечи. Вот, и будет все шикардос. Смотрите, какой папоротник классный. С усами, блин, только бы он у меня не сдох. Мне сказали, его поливать не очень надо. Ой, смотрите, даже растут из листья из вот этих усов. Вот, и пересаживать, когда вот он будет твердый-твердый горшок. Поэтому пускай растет. Вот. Вот так все у меня красиво. Мне кажется, красиво. Мне нравится. Здесь у меня тоже будут огоньки. Я вам их ночью включу и покажу. Вот Дед Мороз тоже прилеплен. Вообще классно, да? И на балкон, на тот, я тоже повесила Дед Мороза прошлого года. Помните? Кстати, все открыто. На улице жара, жара. Сейчас посмотрим, сколько у нас тут на улице градусов. Смотрите. На улице 23 градуса. Вот. А дома 18,5, видите? Офигеть, да, у нас зимой всегда так. На улице теплее, но ночью, конечно, холоднее. Вот он, мой Дед Мороз, который лезет к нам в окно. А вот моя метеостанция, которая
мне мерит температуру. Кстати, был дождь, вот когда я была в России, и он хорошо выдержал. Все. Ну, вот я от бутылки отрезала от кока-колы и туда спрятала. Так что вот так. Классненький. Конечно, лучше поздно, чем никогда. А когда? Я в России была. Вот, но мне кажется, очень даже симпатично. Я сейчас пойду белье повешу и заодно полью, там у меня земля, что тут такое на мне, земля, полью ее, чтобы приготовить для вот этих вот растений у меня, и будет у меня такой мини-огородик, классно. В общем, еще час от часу не легче, я потеряла таз, в котором белье вешаю, ну вот сюда ношу, его нигде нет, нашла. Вон он. На первом этаже мой лежит таз. Это вот как он туда улетел, а? Это вот, чтобы вы поняли, какие ветра у нас. Отсюда туда. Улетел таз, пипец. Вообще, а я еще хожу, думаю, где таз? А я его всегда кладу вот сюда, чтобы он не улетал. Он вылетел отсюда и улетел туда. Представляете, я вообще, я в шоке. Хорошо, хоть на голову никому не приземлился. Ой, блин. Но он был уже сломанный, так что я не буду признаваться, что это мой. Стыдно. Ну, блин, тазы летают. От меня даже тазы улетают. Вот так вот он здесь и проводит время. Кстати, я приготовила землю. Я ее полила. Специально сюда поставила, чтобы, ну, солнце не особо жарило. Вот, здесь есть с утра солнышко. Поэтому хватит. Блин, таз улетел. Ой. Так вот. В следующий раз вообще вот мебель будет улетать. Буду вешать белье и пойду уже кушать, наверное. У меня еды полно, целый холодильник. Буду выбирать. Вот такая у меня красота. Все горит, все мигает. Зажгла свечки. Смотрите. Красиво же, а? Балкон тоже горит. Гори, гори. Моя звезда. О, лепота. Уютненько так. Уютненько совсем. Даже неплохо, да? Угу. Я еще в гордом одиночестве. Вот. Сейчас уже, наверное, скоро приедет мой муж. А я пока чай попью. Вот, завтрак тоже кое-какие планы есть, супер-пупер интересные, так что оставайтесь на связи, подписывайтесь, кто не подписан, и ставьте колокольчик, чтобы приходили уведомления. Вот, потому что тоже день обещает быть интересным. Так что все, будем прощаться с вами до завтра, я сейчас попью какой-нибудь чай на ночь, глядя, ну как на ночь, у нас сейчас пойду телек смотреть, все дела, отдыхать в общем. Вот, и буду с вами прощаться до завтра. Всего вам самого лучшего, продуктивной рабочей недели. Скоро Новый год, скоро отдыхать. В общем, а пока надо поработать. Всего самого лучшего, всем пока-пока!